Бэби-бум в прямом смысле этого слова. За 6 месяцев 2017 года на дорогах города было зарегистрировано 47 ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадали 48 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, то количество происшествий увеличилось на 48%, а количество пострадавших на 45,5%. При этом за полгода был зарегистрирован один случай дорожно-транспортного происшествия, где пострадал ребенок, который не был пристегнут в автомобиле в детском удерживающем устройстве. Случаи, когда в ДТП попадают дети, не пристегнутые удерживающими устройствами, сейчас, к счастью, редкость. Но по-прежнему некоторые взрослые надеются, что малыша спасет штатный ремень безопасности авто. Хотя на самом деле, пока ребенок не достиг определенных параметров роста и веса, от такой защиты больше вреда, чем пользы. Если ребенок находится на переднем заднем сиденье, пристегнут штатным ремнем безопасности, но этот ремень не подходит ему по размерам, естественно, уже он может получить дополнительные травмы непосредственно от ремня этого безопасности. Здесь может быть типичная травма перелома ключицы, может быть очень довольно-таки серьезная травма шеи, органов грудной и брюшной полостей. В детском удерживающем устройстве у малыша есть шанс выжить. Без него, если ребенок никак не пристегнут, при резкой остановке маленький пассажир, как снаряд, вылетит из машины через лобовое стекло. И на руках его не удержишь. Даже на скорости 40 км в час в момент столкновения вес малыша возрастает в десятки раз. Конечно, все еще зависит от того, с какой скоростью передвигается автомобиль, потому что на очень высоких скоростях вы сами понимаете, что никакие средства безопасности не защитят на 100% от получения травм. Если ребенок переводится в детском удерживающем устройстве, мы всегда видим, что травмы намного легче, чем у тех детей, которые переводятся без детских удерживающих устройств, без использования штатных средств безопасности. Итак, если родители-автолюбители хотят защитить свое маленькое сокровище, перед ними неизбежно встает проблема выбора. Разобраться в многообразии удерживающих устройств непросто. Все детские кресла делятся на несколько групп, в зависимости от веса малыша. Группа 0 плюс – это кресло-люлька, которое служит для перевозки новорожденных детей в среднем до полугода, это до 13 килограмм. Люлька хороша тем, что ребенок находится в полулежачем положении, и в таком положении, то есть ребенок переводится и люлька устанавливается в автомобиле против движения для более безопасной фиксации как раз ребенка. В люльке ребенок фиксируется пятиточечным ремнем безопасности и в случае экстренного торможения остается в ней. А положение против движения минимизирует возможность получения травмы шеи при резкой остановке. Следующая группа для более взрослых детей – это уже группа 0 плюс 1, у которой больше возможностей, она подразумевает под собой уже перевозку до более взрослых и по весовой категории детей. Это в среднем до 18-25 килограмм. Такое кресло удобно тем, что у него есть дополнительные регулировки в полусидячем и сидячем положении, где мы также можем установить более удобную и комфортную позу ребенка. Такое кресло крепится в машине как по ходу, так и против движения. Следующая группа – 2. Для детей массы от 15 до 25 килограммов. Чем она хороша и чем она универсальна? То, что у нее есть модификация, как трансформер. Можно при росте роста ребенка трансформировать, снять снять спинку, и останется у нас только бустер. В салоне авто такое кресло можно зафиксировать не только стандартно при помощи ремней безопасности, но и креплением ISOFIX. У каждого более современного автомобиля есть определенные крепления, так называемый ISOFIX. Это скобы на заднем сиденье, где мы, в принципе, их можем увидеть за счет определенного ярлычка с названием ISOFIX. Устанавливается оно довольно-таки просто, просто находим центруем в эти скобы и устанавливаем его до жесткой фиксации. Когда ребенок из кресла вырастает, его уже можно пристегивать штатным ремнем. И чтобы ремень не проходил по шее, используют бустер. Это группа 3. Но сейчас в ПДД внесли изменения. Детей с 7 лет разрешили пристегивать обычным ремнем безопасности. Потребность в бустерах отпала. Но разве что просто так, для пущей уверенности. В любом случае, покупка кресла того стоит. Во-первых, штраф за его отсутствие немаленький – 3000 рублей. Во-вторых, спокойнее, когда малыш защищен. Ну и в-третьих,
Автокресло в семье может пригодиться еще не раз. Это кресло раньше было мое, теперь как кресло моей младшей сестренки. А я уже большая девочка и могу пристегиваться ремнем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.